Я думала, ты в Лас-Вегасе. Я был там. Где ты спал? В офисе. Привет, пушистый. Сколько проиграл? Я не играл. А все-таки? Немного. Пятьдесят. Сатана Клаус. Что это такое? В классе Дэрин рисовали новогодние открытки. Ее учитель хочет нас видеть. Где она? У подруги. Мальчишки все еще достают ее. А ты как думал? Последняя кличка – Железный Рот. Гаденыши. После 14 ей будет на них насрать. Черт возьми, выбирай выражение. Сара, ты позволяешь ей пользоваться косметикой. Она выглядит как енот. Я могу спутать ее со взломщиком и пристрелить. Не остроумно. В школе красятся все девочки. Они-то красятся, а наша кладет штукатурку. Кстати, многие считают меня остроумным. Ну и жил бы с ними. Не выводи меня из себя. Что у тебя в шкафу? Не поняла. Ты забыла, что я все-таки детектив. Ванный пар, только что там кто-то был. И волосы у тебя сухие, здесь кто-то посторонний. Тот, кто поднял крышку унитаза. Под кроватью его нет, значит, ты затолкала его в шкаф, услышав, что я вернулся раньше времени. Ну, кто у тебя в шкафу? О, Господи, ничего не меняется. Ты просто маньяк. Значит, не скажешь. Хочешь, чтобы я открыла шкаф? Хорошо, я это сделаю. Хочешь убедиться, что ты псих? Пожалуйста. Нет. Спасибо. Можешь не открывать. Я сделаю вот что. Досчитаю до трех. А потом выстрелю в шкаф. О, черт. Я передумаю, если скажешь правду. Раз. Позвони психоаналитику и скажи ему, что у тебя крыша поехала. Всегда говори правду. Два. Как ты смеешь приходить домой и вытворять такое? Три. Нет! Джо. Как она тебе, Майк? Спокойно, не делай глупостей. Так как? Насколько твоих пальцев тянет? Так получилось. Ну, конечно. Просто случайность. И никто не виноват. Так, случайность. Споткнулся, упал и нечаянно воткнул член в мою жену. О, пожалуйста, простите, леди, я был так неловок. Джо, опусти, пожалуйста, револьвер. А, да, револьвер. Да, Сара, ты права. Я тронулся.